Вот сейчас что-нибудь напишу. Отправить. Смотри, не перни. Всем привет! По-русски говоря, look like shit. И я все равно еще был на двух квестах. Я только недавно понял, что квесты — это на самом деле интересно. И I look like shit one more time. Я не знаю, что я на себя одел. Я просто всю ночь катался на квестах, приехал и хочу спать. Поэтому, не знаю, мне сегодня то, чего я ждал очень давно. Я иду наконец-то к стоматологу. И потом я иду на радио, наконец-то. Я не знаю, что я одеваю на себя все время, когда нужно собраться за 2 минуты. Я уже опаздываю просто. Но я сегодня с собой. Кто-нибудь скажет мне, что это вообще за... вообще? Как можно... Может, мне одеть все-таки пока не поздно что-нибудь другое? Потому что это какой-то кошмар. Очень опаздываю, но это какой-то вообще трэш вообще. Ни в пизду, ни в конную авиацию. Знаете, есть во мне такой момент. Я вот любитель, конечно, пообщаться с даунами полными. Ну, как вам это объяснить? То есть есть моменты, когда мне проще провести время с какими-то людьми, чтобы... Конечно, ужасно звучит, но это факт. То есть я могу чего-то получить, чего с другими можно уговаривать, там все. Просто единственная проблема, что чаще всего эти люди, это, конечно, они говорят о такой хуйне, что у тебя просто уже, ты уже понимаешь, что, господи, убейте меня кто-нибудь, уберите меня отсюда. Вот, но иногда проще, конечно, послушать их. И, ну, тут вопрос, правда, потом еще в другом, в репутации. То есть эти люди, которые обсуждают темы, которые тебе неинтересно вообще слушать, они, как правило, еще и портят твою репутацию, потому что они... Ну, если ты слышишь, сколько они говорят о других людях, то ты представляешь, сколько они о тебе будут говорить. И, конечно, кошмар какой-то полный. Надеюсь, я успею куда-нибудь, потому что это важно. У меня такое чувство, что в моей жидкости стеклоомывателя какой-то очень затяжной сквирт, потому что очень много нужно ее, чтобы вообще что-то увидеть на дороге. Причем я сейчас был на заправке, и я вообще не понял, почему она стоила 400 рублей, потому что обычно она стоит 40, но мне пришлось ее купить. Щетки, может, менять надо уже. Ну а сейчас время интересных историй. Я вас поставлю сюда и расскажу вам немножко вот такую историю очень интересную. Не знаю, там свет нормально падает. В общем, в детстве, ну, мы же все, когда маленькие, нам все интересно, вот это все. Был такой случай, мы с мамой поехали, я был совсем маленький, не знаю, я вообще не умею различать детей по возрасту, да, то есть, но мы поехали, я понял, что улетит сейчас это все. Я уже почти приехал в Триумф Палас, в этот, к стоматологу. Сейчас будем драить, пилить. Анестезиечку в сердце кольем, и все будет хорошо. Так, в общем, приехали мы с мамой, они там шашлыки делали, семьи, да, там был говорящий попугай, и мы домой, как бы это в загородном доме, все обычно мы в загородных домах, там они шашлыки делали, и мы там с детьми, соответственно, играли сами как могли, веселились как могли. И вот, и одна девочка очень такая веселая, такая вот, сейчас я понимаю, конечно, что она заводной апельсин такой вот. У меня в классе была такая Катя Губина в школе 1263, в которой я учился. Там была девочка Катя Губина. Вот чисто такая вот история. Был резонанс такой. Катя Пирожкова, она поспокойнее была, но могла пиздануть нормально. И была Катя Губина. Вот она была вот примерно как эта девочка. И Ася Шубина еще была. Вот Ася Шубина больше похожа на эту историю, наверное. Не, ну я по всем очень, кстати, скучаю. Не знаю, они там меня, наверное, вообще не помнят. Но... Я очень скучаю по всем, еще вход в Нарнию сейчас пока. Так вот, и эта девочка, она как бы взяла меня за руку сквозь этого говорящего попугая на первом этаже.
и повела меня в спальню наверх, что-то показать мне такое. Так, сейчас, секунду, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А в стоматологию, которая вот там? Вот там это где? Вот по прямой, вот в этом доме. Я забыл. Здесь наверху или да, где? Да, да. Фамилия как? Керимов. Ура, я попал в Нарнию. Кстати, я очень хочу сюда приехать на какое-то время, попробовать здесь пожить. Короче, главное собачку не задавить сейчас. Вот, историю я вам сейчас дорасскажу. Как вы догадываетесь, она пошла, повела меня за руку. Внизу этот говорящий попугай что-то пробормотал. Story time. И она начала, и она сейчас захожу, у меня сейчас сядет камера, попробую быстрее успеть. Я захожу, и она... И она достает свою письку и начинает мне показывать. Смотри, писька, она поднимает, смотрит на нее сама, как бы вниз, и начинает мне показывать. Я охерел просто. Это первая жизнь, когда я увидел письку. И вообще, когда был маленький, мне было все интересно. Женские письки, груди, все, что движется вообще, все интересно, конечно. Но такого, что мне кто-то это покажет, я вообще не ожидал. Так что спасибо тебе, незнакомка, что показала мне свою пилюльку маленькую. Люблю тебя, помню о тебе, скучаю. Вот. Дальше у меня осталось пару процентов. Может быть, успею что-нибудь на радиоэфире снять. Давайте, выключаюсь. Я сейчас чувствую себя как будто на Версусе. То, что я смотрю в сторону. Отвечай, главное, быстро. Правильного ответа не существует. Хорошо. Главное, быстро. Готов? Да. Погнали. Люстра. Торшер. Юпитер. Юпитер. Сарделька. Саки. Потиральца. Крахмал. Адронный коллайдер. Андроид. Бирюльки. Пилюльки. Пипидастр. Пиписька. Вувузела. Не знаю, терпила. Калапендра. Пендра. Многочлен. Одночлен. Бубенцы. Бубенчики. Желудь. Рома. Впереди будет вторая твоя композиция. Ром, давай расскажем, что это будет, и уйдем ее слушать. Слушаем с вами песню Мураками. Йоу. Вечерний завтрак на Просто Радио. Я обожаю заходить в трансляции людей. Вот сейчас что-нибудь напишу. Отправить. Смотри, не перни. Привет, я заколол волосы. Вот что значит жить одному без девушки. У меня все время мятая футболка. И как бы весна скорая. У меня даже есть русский рэпчик. Запомни, кто бы что ни говорил, я буду дальше жить и проживать моменты эти свои виражи жизни. Я буду дальше бояться, я буду дальше сражаться, я буду дальше мечтать и буду сопротивляться. Наша философия отсутствует завтра. Мне пора выходить, иначе я получу пизды. Hi, kids. Do you like violence? Я просто иногда просыпаюсь, я похож на блинчик, и я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, что это с возрастом происходит с людьми. Или все вообще нормально, но со светом видео я не снимал все это время. У меня зимняя резина, но все равно очень... Слово резина, это, конечно... Вот 2-3 у меня сегодня ботинки будут такие. 2-3. Я как Яникс буду. Просто супер. Но у меня нету, кстати, щетки. Ладно, я надеюсь, вам нравится то, что я такой придурочный. Я надеюсь, что вас это не смущает. Это охренительное сочетание, как будто это лавина горная. Тут магнитолы, короче, и такое... Чуть-чуть лакшерные. Ну все, я отъехал. Мне так нравится слово «отъехал». Ой, прям как клип Арианы Гранде, такие цвета. Так, ёпта, что, блин? Ну, пока живы, пока молоды. Подожди.
Надо еще так кому-нибудь сделать. Вот, давайте девушке посигналим. Не хотите? Но она незаметная. Нет, девушке все равно. Вот тут очень страшно. Ого, прикиньте, так скатиться. У меня, конечно, зимняя резина. И потом все будут писать, скатился. Брат, куда ты щемишься? Куда ты едешь? Я буду снимать все, потому что тут нужно, чтобы зафиксированы были побои все. Ай, брат, куда ты едешь? Чего бибип-то, блин? Не би, ты мне не бибикай, слышишь? Плохо кончится все. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Посмотрите, у меня на канале «Это и есть любовь». Это мой клип с эскаваторами. Я там сижу в ковше. Мы целуемся с Наташей. Практически целуемся. С очень красивой Наташей. Мы целуемся в конце клипа. Я опаздываю на студию уже на целый час. И я выехал за 2 часа. Зато красиво хоть. Снег падает. Кап-кап-кап-кап, shut the fuck up, woke up, can't stop. Ты в офсайде, там кислород. На фейс-контроле подпалил водород. Жуя крепс, ты прогоняешь Тимур Роман, хороший Тимур. Главное, чтоб концепт трека, ты понял, короче. У меня в машине нашлась зарядка, и я зарядил камеру. Сегодня уже следующий день. Сейчас я еду в ГИК. Возможно, в скором времени я буду сниматься в кино. Это именно тот формат, с которого я хотел бы начать. Именно та роль, которая мне нравится. Надеюсь, это обсуждение пройдет отлично. Вчера я ездил на интервью, и я живу за городом, и мне кататься поэтому постоянно в центр приходится ради этого. Послезавтра я опять поеду, но уже я совместил 2 дела. И вчера я был на шоу «Вечерний завтрак». Я думаю, что вам понравится интервью. Я надеюсь, все зависит от того, как это смонтирует и выложит, конечно. Но мне очень понравилась часть блиц-опросом, поэтому посмотрите это интервью. Оно будет достаточно смешное, если вы понимаете мои шутки и мои, не знаю, мою мимику. И вообще, когда у меня столько всего, чем можно заниматься. Сейчас я, кстати, еду в ВГИК и буду там как-то пытаться совместить съемки фильма, обучение там актерскому мастерству на эти роли. Секундочку. Мне так нравится снимать для вас видео. К сожалению, мое предыдущее видео, оно заблокировано, потому что там сцена из фильма заблокирована для людей меньше 18 лет. Надеюсь, никого это не огорчило, и мои видео, то, что они выходят каждую пятницу, и я как бы езжу когда в город, и я, получается, трачу на это весь день. К сожалению, маршрут перестроен. К сожалению, просыпаюсь. Через 300 метров. Держитесь правее. К сожалению, просыпаюсь я, когда уже дневной свет подходит к концу. Завтра пойду снимать видос в лес на какую-нибудь тему. Подъезжаю уже к ВГИКу и тут вспоминаю старые треки. Что значит вот такое? Первый раз такое вижу, чтобы красная стрелочка горела красным. Очень странная история. И вообще я пою для прохожих. Слушал его лет 14 в Америке, когда первый раз поехал на все лето в Америку. Я там жил в семье в американской. Все, я вас люблю, пока. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно, если вы не подписаны, если вы смотрите YouTube не с канала на YouTube, подписывайтесь обязательно на YouTube, точнее, регистрируйтесь на YouTube и подпишитесь на меня. Это бесплатно. Я вас люблю. That's filthy.